Радость для всех любителей белой кошечки, одного из самых любимых в мире персонажей японской поп-культуры. Смотрите, сколько тут таких, как я. Я думал, людей моего возраста будет немного, и прямо вздохнул с облегчением. Тут люди и моего поколения. Котенка Китти придумал в 1974 году Синтаро Цудзи, владелец японской фирмы игрушек Sanrio. Поклонники знаменитой кошечки сегодня празднуют открытие мини-кафе Hello Kitty. Я подошла к кафе и увидела, что... Да, это очередь. Ну, думаю, надо было приходить в 9 утра. Многие пришли сюда даже не в 9, а в 5 утра. Например, Дона Касанович. Я купила все коробки карандашей, пеналы, ручки, маркеры, все, что я люблю. Все такое мило, так весело. К обеду очередь обвивалась вокруг здания. Представители компании Sanrio говорят, что даже не ожидали такого результата. Это так здорово видеть все эти лица, видеть людей, которые любят наш персонаж. Здесь можно купить печенье и другие сладости, а еще сувениры. Любители белой японской кошечки всех возрастов рады, как дети.